Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Викуль, вообще-то я не опаздываю. Кирюш, я все равно не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы папа позвонил Кузьмину? Потому что я закончил институт с отличием и отпахал не одну практику. У меня есть голова, у меня есть руки. Я сам вполне способен устроиться куда угодно, даже Кузьмину. В твоих способностях никто не сомневается. Так будет проще и быстрее. А я хочу сделать это сам. Поэтому мне не нужна протекция ни твоего отца, ни кого другого. Хорошо. Дождешься? Нет. Мне еще платье забирать, прическу делать. Нет. Ты и так у меня самая красивая. Ладно. Тогда до вечера. До вечера. Кирюш! Ни пуха, ни пера. К черту, к черту. Все будет хорошо. Конечно, будет. Должны были позвонить, это… Как ваша фамилия? Малышев. Помните? Нет, никто не звонил. Уточните, это очень важно. Это… Ну, хорошо, я уточню. Пожалуйста. Здорово. Привет. Чего? Да чё. Как комиссия сегодня просто бушует. Кузьмин, все проекты просто… На корню рубит. Да. Угу. Если уже и тебя зарубят, то я уже тогда и вообще не знаю, что им нужно. Да ладно, Кореш, прорвемся. А, прорвемся. Вечером ты придешь? Ну, чтоб я такое благородное собрание пропустил, ты что? Тесть, небось, всех своих шишек знакомых пригласил, да? Кузьмин будет, не знаю. Слушай, не знаю. Просто понял, ну, пора уже подниматься на, ну, на более высокий, ну, на нужный уровень. Пора, пора, Игорёш, пора. А, да. Макаров, приготовиться Малышеву. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Макаров Кирилл Михайлович. Что вы нам представите? Я хотел бы представить проект парка развлечений с рабочим названием Crazy Village. Начинать. Отлично. Как показывают
социологические опросы, в структуре досуга современного городского жителя все большее значение приобретают развлечения и зрелища. И среди них основным предметом привлекательности, как ни странно, считаются аттракционы. Давайте без преамбулы. Переходите к сути. Хорошо. Архитектурно-планировочная организация парка решена путем рассредоточенного расположения аттракционов. Это позволяет мне не нарушать уже существующую систему. Положите. Пожалуйста. Папуля, привет, не занят? Вика. Я сейчас не могу говорить. Давай позже. Папочка, это очень срочно. Рассчитайся карточкой. Да при чем тут деньги, пап? Ладно. Что случилось? Кирюша сегодня устраивается к Кузьмину. Он презентует свой проект. Ты же понимаешь, что без твоего звонка его не возьмут. Позвони. Хорошо. Я через полчаса приземлюсь и позвоню. Пап, это нужно сейчас сделать. Пожалуйста. Викуля. Я же сказал, позвоню. Я тебя люблю. Спасибо. И я тебя, Викуля. Пока. И, наконец, последняя семейная зона аттракционов, где расположены колесо обозрения, автодром, гидродром, перекресток судьбы и лазерный тир. Это все? Да, все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Нет, вопросов нет. Все ясно. Хорошо. Это, конечно, интересно, но, к сожалению, далеко от реалий сегодняшних. Полный бред. Давайте следующего. Виктор Петрович, дорогой, чем обязан такому счастью? Какое замечательное событие. Забирайте макет. Мои сердечные поздравления. Да, да, да. Прекрасно понимаю. Конечно. Обязательно, Виктор Петрович, обязательно. Куда же вы, Кирилл? Михалыч. Михалыч, я еще не закончил. Я считаю, что нам нужен новый взгляд на вещи. Ну, так сказать, свежая кровь. Поэтому я думаю, что... Ваш проект нам подходит. Приходите завтра ко мне в кабинет. Мы обговорим все детали. Хорошо. До завтра. Спасибо. До свидания. Кирилл... Михалыч. Михалыч. И мои поздравления вам и Викочке.
Спасибо. До свидания. Будущий зять Бруневского. Ого. Кир. Что, не приняли? Приняли. Фу. Ну, молоток. Я тебя поздравляю. Но как? В смысле, как? Как будущего члена семьи Бруневских. Правильно. А чего тебя смущает? Что правильно, Олег? Что за меня решают правильно? Подожди, подожди, подожди. Ты золотую рыбку поймал, ну так пользуйся. Подожди, я учился, зачем? А что, кто-то покушается на твои мозги? Голова твоя остается при тебе. Прибавляем к этому заботливую Вику. Кое-какие связи ее папы и головокружительная карьера у тебя в кармане, а? Многие, многие ради этого на таких обезьянах женятся. А твоя умница, красавица и любит тебя. И будет решать за меня всю жизнь. Ты что ты заладил? Неужели ты откажешься от такого шанса? Это же... Он же выпадает только один раз в жизни. Это ж мечта. Мечта? Ну? Кстати, чисто по-дружески, есть идея? Если я комиссии скажу, что мой плавающий дом мы вместе придумали, тогда меня тоже возьмут. Слушай, иди к лешему, все, а? Понял, понял. Девушка, извините, пожалуйста. А вы с каким проектом защищаетесь? Сорокин! А? Забыл. Конкишон! Все же давно собрались, только в тебя ждем. Как твой дом плавающий, приняли? Да, не, не приняли. Сказали, не для наших реалий. Мне тоже так вначале сказали. Ну, конечно. Ладно, пошли. Мы им еще покажем, на что мы способны. Я ценю то, что вы пришли поддержать меня в столь важный для меня и для моей любимой дочери день. Все, все из-за тебя. А Вика здесь уже? Конечно. Вот, здрасте. Кирилл, Владимир, и быстрее, давай, быстрее. Привет. Привет. Кирилл, ну что такое? Почему ты опоздал на полчаса? Почему я должна стоять и ждать тебя здесь как дура? Зачем ты позвонила отцу? Мне никому не звонила. Вик. Ребят, я пошел. Стоять? Олег, ты же нас подождешь, мы же с Кириллом тоже идем, правда? Вик, ты меня за идиота принимаешь? Я пойду. Да, хорошо, я позвонила. Ну что здесь такое? Ну я же ради тебя стараюсь. Мы же договаривались. Ну ты же знаешь, что я хотел. Ты хотел работать у Кузьмина. В конце концов, ты там и работаешь. Меня сейчас не интересует результат, меня интересуют средства. Я не хочу пользоваться помощью твоего отца. Может быть, тебе еще и семья моя не нравится? Вик, мне очень нравится твоя семья. Но я хочу иметь свою семью с тобой, понимаешь? Я хочу рассчитывать только на свои силы. Иначе я на всю жизнь останусь зятем Бруневского, а не Кириллом Макаровым. Не кричи на меня, ладно? Ты действительно не станешь зятем Бруневского. Идем. Зачем ты одел этот чудовищный костюм? Я же купила тебе новый. Мне в этом удобно. Thank you.
Простите, пожалуйста. Вы в порядке? Все хорошо? Ничего страшного. С Ольгой посвящать. Какой с Олью? Ты хоть понимаешь, сколько стоит эта рубашка? Ты за год столько не зарабатываешь, дура! Я не хотела, правда, прости. Да еще б ты хотела! Не хотела она! Под ноги надо смотреть, когда идешь! Все, Вик. Ты на работе, в конце концов! Вик, все нормально, слышишь? Не переживай. Что нормально? Она мне праздник испортила, нормально! Простите, пожалуйста, я попросила у вас прощения. Что? Прощения? Менеджера срочно позовите сюда! Менеджера зовите срочно! Вик, не надо, все нормально. Что значит не надо? Она нам праздник испортила, ты не понимаешь? Не переживайте, я сейчас все уберу, все. Вон, пошла отсюда. Что? Вон! Вик. Чтобы я тебя не видела больше. Вик, все, успокойся. Уйди отсюда, я сказал, вон! Нет! Вик, все. Чтобы я тебя больше не видела! Ну, нет, успокойся. Господа, я прошу прощения, это недоразумение. Музыку можно нам, пожалуйста? Кирилл, я думаю, тебе стоит переодеться. Угу. Танцуем? Простите, пожалуйста, я сейчас уйду. Да не-не-не, девушка. Не надо никуда уходить. Я сам сейчас уйду. Вы простите, я вам рубашку испортила. Я ее постираю. Прямо сейчас? Нет, не прямо сейчас. Я вам оставлю свой номер телефона, вы мне позвоните, привезите ее, и я все исправлю. Девушка милая, пожалуйста, не надо, я сам все исправлю. Возьмите, пожалуйста. Я вас очень прошу, возьмите, пожалуйста. Хорошо. Еще раз извините. Ничего страшного. До свидания. Пожалуйста, только не сердитесь на Вику. Но она правда неплохой человек. Ну, просто ей в жизни все очень легко давалось всегда. Да? Вам, наверное, тоже? Мне? Да нет. Я обычный человек, как вы. Хотел бы таким остаться. А что же вам мешает? Сомнения. Мне вот говорят, я золотую рыбку поймал, а сам этим не пользуюсь. Все это сказка про золотую рыбку. Мы сами строим свою жизнь и свое счастье. Трудная у вас работа. А я здесь больше не работаю! Учитесь? Да. На третьем курсе в педагогическом. А я, между прочим, тоже работал, когда учился. Официантом? Нет, на стройке. Так там полегче работать. Не попадаются такие сложные клиенты. Да? Зато прорабы, знаете, какие трудные бывают? А курить вредно. Да это я так. О, вот ты где. Поехали уже, а? Здрасте. Здрасте. Простите. До свидания. До свидания. А как вас зовут? Лена. А меня Кирилл. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо, Лен. У одного мудреца была дочь,
И сватались к ней двое. Богатый и бедный. Ты что, ты где попадаешь? Пойдем, пойдем. Подожди, Викуль, нам надо поговорить. Я свою дочь за тебя не отдам. И отдал ее за бедного. Я ухожу. Куда? Только все начинается, пойдем. Да нет, ты не поняла, я ухожу от тебя. Совсем. Когда у него спросили, а почему он так поступил, он сказал. Ты с ума сошел? Богач глуп. Я уверен, он обеднеет. Бедняк же умен и достигнет счастья и благополучия. Викуль, ты очень красивая, ты очень умная, ты замечательная, ты девушка-мечта, но мы не сможем быть вместе, мы очень разные. Подожди. Это что, из-за того, что я папе сегодня позвонила, да? Конечно, это? Ну, не совсем из-за этого. Что при выборе нашего жениха ценили мозги, а не кошелек. Спасибо тебе большое за все, но так будет лучше. Прости. Ира! Ты че? Что случилось-то? Мы расстались. Как расстались? Почему, Вожик, все хорошо? Да не очень все хорошо было. А стало бы еще хуже. Так. Уверен? Да. Ну, Макаров, вот я так и знал, что ты все по-своему сделаешь. Ну и что теперь? Не знаю. Здрасте. До речной. Больше 100 не дадим. Ну, садитесь. Садись. Ой, сейчас. Здрасте. Алло, доброй ночи. Кирилл? Конечно, узнала. Вы что, решили среди ночи рубашку постирать? Ленка, садись давай. В машине договоришь. Подожди. Но только я с подругой буду. А я с другом. Видите, какое совпадение? Ну что еще? До свидания. Выходи. Выходи, говорю. Извините. Извините, пожалуйста, мы никуда не поедем. То едем, то не едем. Вы, бабы, сами не знаете, чего хотите. Простите нас, пожалуйста. Да ладно. Кто это был? Тот парень, с которым я разговаривала на заднем дворе. Пригласили нас с другом на свидание. Кира! Думаешь, придут? Не знаю. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это вы? А может быть, в кино? Хорошая идея. Ребят, ну догоняйте, чего вы стоите-то? Я Олег. Лара. Вы же тоже в кино? Ну да. Лара, вам никто никогда не говорил, что вы очень фотогеничны. А вы очень общительны. Да, спасибо. Аккуратно там. А.
вот сейчас посмотрю. Сколько раз уже говорила, пора новый покупать. Зачем новый покупать? Там просто трещина в корпусе. Сейчас я перемотаю за ленту, все будет нормально. Да там перематывать уже нечего. Сейчас. Опа. Так, где у нас изолента? В верхнем ящике, кажется. Лен, по-моему, крупно начинку порезала. Как надо, так и порезала. Мне нравится, сам порежь. Подарок не забудь. Мама, Ксюша приехала! Шапку надень! Ну вот, остались без гренок. Зато со вкусными пирожками. Ксюш, перчатки. Ой, воздух какой чистый, а! Так, то есть ты хочешь сказать, что гренки у меня не очень, да? Хорошо. Нет, я хочу сказать, что у тебя всегда все самое вкусное. Ну, дай поменяемся. Давай. Это Макарова? Это Ленке. Если говорю, надень шапку. Надень, пожалуйста, шапку. О, именно сегодня слушаться он будет, это точно. Здорово. О, богатырь, руку сломаешь мне. Здорово. Ну, рассказывай, как дела? Ленка, а у меня тоже праздник. Неужели дописала? 400 тысяч знаков. Какая же ты умничка. Ну, отправила? Нет, боюсь. Ой. А вдруг плохо получилось? Это, у тебя такие замечательные истории, Ляль. Но их должны обязательно напечатать. Я хочу, чтобы напечатали. Я даже псевдоним себе придумала. Лара Бельц. По-моему, это гораздо поэтичнее, чем Лариса Сорокина. Думаешь, да? Бельц более поэтичный. Не знаю. Городской конкурс заканчивается через 2 недели. Ам! Если мы с тобой поторопимся, можем успеть. Не... А? Это без меня. Кому мы нужны без связей? Все равно кто-нибудь от Кузьмина выиграет. Так, Макаров, это что за позиция у тебя такая, а? Под лежачий камень даже вода не течет. И вообще, знаешь, ты мне в последнее время совсем не нравишься. Какой-то ты стал безинициативный. Ой, угрюмый. Кир, ты мне скажи, у тебя что-то серьезное случилось? А? Ничего. Ничего у меня, Олег, не случается. Уже давно, в том-то все и дело. Я работаю. У меня есть заготовки, у меня есть готовые проекты. Только все это никому не нужно. Смени обстановку. Давай, съезди куда-нибудь, отдохни. Наберешься силы снова в бой. Куда съезди? В Таиланд? Как вариант. Олег, ну какой отдохни? Илюха вон растет, ему это купи, то купи. Нога уже, как у взрослого дяди. У меня на все не хватает. Я же не миллионер какой-нибудь. Вот. Я тебе про это и говорю. Соглашайся на мой проект, сразу станешь миллионером. Ребят, ну вы скоро. У нас уже все готово. Скоро, скоро! Идем! Проплывая по реке, я однажды вдруг заметил, что она покрыта льдом. Оказавшись вдалеке, я искал попутный ветер, разбивая лед веслом. И добравшись до конца всех возможных расстояний, совершенно налегке. Без короны и дворца лишь дымит горячий кофе, карта мира в рюкзаке. Проплывая по реке, я заметил.
Всех уложила? Ага. Ну, что там с Лариным романом? Когда он выйдет? Не знаю. Она пока боится в издательство отсылать. Почему? Ну, вдруг не возьмут. Если не отправят, точно не возьмут. Да? Кто бы говорил? Ты вон свои проекты тоже не выставляешь. Сравнила? Это совершенно другое. Да одно и то же. Невозможно победить, если не участвуешь. Все будет хорошо. Ты у меня талант. Талант — это тот, кто деньги зарабатывает. У тебя столько потрясающих идей, их просто никто не видит. Ладно, Лен, все, хватит. Не нужны никому мои идеи. Да что ж ты говоришь, нужны. Просто надо быть более активным. Тебе сообщение пришло. Я прочту? Прочти. Ну, учти, если это женщина, я буду ревновать. Приглашение выпускников архитектурно-строительного института. О! Оказывается, я 10 лет в этом году как институт закончил. Здорово. Все равно не пойду. Почему не пойдешь? Обязательно пойдешь. А вдруг ты там встретишь кого-нибудь, кто тебе поможет? Ты же мне сам говорил, что после института тебя хотели взять в мастерскую Кузьмина. Хотели. Условия были неподходящими. Ладно. Пошли спать. Ложись, я поработаю еще. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ничего не спишь? А ты? Не спится. Настроение плохое. Представляешь, Кирюше прислали приглашение на встречу выпускников, а он идти не хочет. Почему? Не знаю. Наверное, боится, что там все хвастаться будут. А ему, бедному, даже одеть нечего. Ну и пусть не идет. А то встретят там эту дочку миллионера. Угу. Я надеюсь, она стала старая и толстая. Сомневаюсь. С такими деньгами, как у нее, она всю жизнь будет выглядеть королевой. Чего не скажешь про меня. Я вот только толстею. Знаешь, как мне хочется Кирке сделать сюрприз на день рождения? Ну, чтобы наконец-то себя почувствовал успешным человеком. Снять какой-нибудь номер люкс в дорогущем отеле, чтобы вокруг него все бегали, суетились. А не получается. Ну что ты такая раздражительная стала? А? Еще скажи, что ты беременна. Беременна. Беременна? Беременна. Вот это подарок. Кирюша на день рождения. Я ж теперь года два работать-то не смогу. Опять ему придется все на себе тащить. А не рожать нельзя. Как я ему скажу? Но сердцем чувствую, что девочка будет. Ленка. Все будет хорошо.
Господи, какой же противный звук. Просто чемпион мира по противности. Зачем его каждый день ставить? Ты не поверишь. Мне нужно в школу. Я там работаю. Спи. Может, хватит меня все время попрекать своей работой? А кто тебя попрекает? Ты спросил, я ответила. Ты думаешь, я не чувствую, как ты намекаешь, что могла бы сидеть дома с сыном? Если бы у тебя был другой муж. Зачем мне другой муж? Меня бы этот устроил, если бы... Если бы зарабатывал, да? Ну чего ты, давай, договаривай до конца, не стесняйся. А что в этом плохого? Деньги еще никому не помешали. Кстати, ты не забыл, что нам послезавтра оплачивать кредит? Я похож на склеротика? Что ж ты раздражаешься? Я тебе просто напомнила. И не забудь отнести Илюше на кроссовки в починку. Пусть подклеит. Хватит меня унижать. В каком смысле? Я, по-твоему, не могу своему сыну новые кроссовки купить? А что, можешь? Да, я не миллионер. Да, я не могу решить все наши проблемы сразу. Я не предъявляю к тебе никаких претензий. Спасибо. И не предъявляй. И не надо вздыхать. Если хочешь, выкрой из того, что есть, и купи себе новое пальто. При чем здесь пальто? А при том, что... А если честно, из того, что есть, не то, что на пальто, на дырку от бублика не получится выкрыть. А в чем я хожу, вам наплевать, да? Да? А мне его навстречу идти не в чем. Возьми костюм у Олега. Отлично. Квартиру у тебя взял, дачу у твоих родителей, костюм у Олега. У самого вообще ничего нет. Нищий. У тебя свой сын и своя жена. Лен. Лен! О, Сашка, здорово! Привет. Извиняюсь, можно прикурить вас? Кирюха, ты? Игоряш. Здорово, здорово! Слушай, не узнал, богатым будешь. Я тебя первый не узнал, смотри-ка, изменился как, а? Забурел. А наши где? Да наши вон в углу сидят, пойдем. Вот, процессы идентификации личностей. Ну, все-таки 10 лет не шутка. Ура! Да! О, Кирюха, здорово! Здорово, Макс. Слушай, ну по виду дела у тебя в порядке, да? Ты не помнишь, как будет, ты не знаешь, как будет. Не понимаешь, что будет. Здорово! Привет, счастливый! Просто застыл. Ты когда-то был смел, ты когда-то думал. Вы что, пьете пиво? Да. Я могу себе возьму. Давай. Меняются основы всех знаний. И начинается снова. И достаточно слова, чтобы все изменить. Нужен только повод. Ну, здравствуй, Кирюш. Здравствуй, Вика. А я тебя искала. Не нашла. Я в городе не живу. А где? У нас домик в пригороде. О-о-о. Нет, нет. Не то, что ты подумала. Не особняк. Домик. Родительский дом моей жены. Ну, а как тебе там? Нравится? В родительском домике твоей жены. Прости.
Ну, вообще, у тебя все хорошо. Работа, дом, семья. Ты счастливый? Да, наверное. У меня сын. Ты как, замужем? Сходила. Мне там не понравилось. Предпочитаю быть одна. Начинается снова. Достаточно слова, чтобы все изменить. Красавица, да? Сегодня купила. Ну как ты поедешь? Ты ж пила. Кирюша, не тупи. У меня водитель. Даже, кстати, новый. Николя. Ты что? Вик, ты чего? Сейчас, подожди. Ну-ка, давай сядем. Угу. Подожди, тебе воды принести? Сейчас. Сейчас пройдет. Голова закружилась. Слушай, может, тебе доктору показаться? Да, я была. И что, надеюсь, ничего серьезного? На моем сроке все лечится. Ну вот только не надо на меня вот так смотреть. Да, я беременна. Вот из-за этих всех тусовок и раутов светских некогда сделать аборт. Но я записалась. На завтра. Ты что, не хочешь детей? Какие дети? Тем более, от кого попало. Кирюша, какой же ты молодец. Как же ты все правильно сделал. Так, как хотел. А у меня сплошная мишура. Прощай. Потрясающе выглядит. Ну, ты заметила эти каратники. Это ж последняя коллекция Cartier. Я видела. На показе в Париже. На обложке в журнале. Вообще не всем так повезло с родителями. Я бы с ее достатком еще в шикарнее выглядела, видишь? Верю. Давай, Петя. Удивляюсь я тебе, Макаров. Как ты мог такую рыбку золотую упустить? Да я сам теперь к себе удивляюсь. Давай, муж, выпьем, что ли, а? Меня жена дома ждет. Да ну. Хотя. Давай. Садитесь. Спасибо, я пешком. До Заречной пешком далеко. Садитесь, садитесь. Смелей. Никогда не видел таксиста-женщину. Рановато вы. Жена, дети, заботы, обязанности. Все могло быть иначе. Над судьбой человека властен только он сам. И вот это вы верно. Я вот когда-то все сам изменил. Взял, изменил.
Все, теперь обратного пути нет. А вам хочется назад? Хотелось бы. Но это ж невозможно. Это неправда. Все возможно. Тогда бы все этим пользовались. А зачем? Я вот сколько раз в жизни в газетах читал, по телеку слышал, спрашивают, а если бы у вас был шанс прожить жизнь заново? Все говорят, я бы ничего не менял. Вранье. Каждый хотел бы что-нибудь изменить. Я бы вот вообще все изменил. А вы уверены, что это нужно? Теперь уже уверен. Хорошо. Ваша судьба в ваших руках. Странные вы люди. Лена! Лена! (Связывая)
Кирилл? Кирилл? Ты меня слышишь? Лена. Теперь Лена. Вик, ты что здесь делаешь? Кирилл Михайлович, вы можете подняться? Давайте я помогу вам сесть. А вы кто? Началось. Должно быть, ушибся. Угу. Я ваш дворецкий. Меня зовут Аркадий Семёныч. Какой дворецкий? Как я здесь оказался? Вы здесь живете уже целых 10 лет. Со мной. Ну как он, Антон Егорович? Да. Ну что, переломов явно нет. Видимых повреждений тоже. Ну так, несколько ушибов, что совершенно естественно для такого падения. С головой у него что? Он никого не узнает и вопросы странные задает. Да? Минуточку. Кирилл Михайлович, вы меня узнаете? Нет. Да. Великий Павлов был совершенно прав. Он даже меня не узнает. Но без обследования я бы не стал делать никаких выводов. Господи, что же мне делать? У него уже день рождения. Мне что, банкет отменить? А, банкет. Что вы, банкет? Знаете что, давайте понаблюдаем его до обеда. Ну, а если возникнут какие-то вопросы, сложности, вы сразу звоните мне. А может, ему выпить? Ну, что вы? Ни в коем случае. Аркадий, вы посидите с Кириллом Михайловичем, а я провожу доктора. Антон Григорьевич. Антон Григорьевич. Да. Вы знаете, как говорил академик Павлов, до сих пор ведь еще... Скажите, Аркадий. Аркадий, очень приятно. Скажите, Аркадий, а вы ведь артист, да? Я дворецкий. Это пароли. Скажите, это все Ленка моя устроила? Сюрприз ко дню рождения? На вашем месте я бы не упоминал женские имена даже в отсутствии Виктории Викторовны. Даже Вику подговорила. Выдает, а? Так, ладно. Что у нас там дальше по сценарию? А? Обычно вы отправляетесь на работу. А где я работаю? Компания Бета Плюс. Где? Бывшая архитектурная мастерская Кузьмина. И кем я там работаю? Вы президент компании. Ничего себе. Тогда поехали. Хочу на это посмотреть. Это моя машина? Да. А это что, мой водитель?
Мой личный водитель. И зовут его Эмиль. Ой! Здравствуйте. В офис. Эмиль, Кирилл Михайлович неважно себя чувствует, поэтому если что-нибудь пойдет не так, сразу позвоните. Вы меня поняли? Хорошего дня. Ну, артисты. Это мой офис. Здравствуйте, Кирилл Михайлович. Здрасте. А вы разве не едете? Езжайте, Кирилл Михайлович. Мы подождем. А? Простите, пожалуйста. А какой мне этаж? 18-й. Здравствуйте. Добрый день, Кирилл Михайлович. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Я отлично. Кофе не желаете? Нет, спасибо. Я сегодня уже пил. Звонили из мэрии, подтвердили приглашение, а через 2 часа встреча с поставщиками. Отлично. Отлично. Да, хорошая идея. Поступайте так, как считаете. Кирилл, ты здесь? Вика сказала, что тебе не здоровится, и на работе ты не будешь. Ну, это к лучшему. Я как раз сейчас хотел обсудить с тобой предложение Тимофеева. Пойдем. Это уже слишком. Пойдем. Простите, пожалуйста. Нет, все, правда, это уже лишнее. Извините, пожалуйста, ради бога. Простите меня, ради бога. Простите. Все, хватит. Лаврухин, Лазарев. Любовь Дмитриевна. Ну, Ленка. Так, где мой телефон? Он у вас в руке. Нет, не этот, мой. Да что ж это такое-то, а? Происходит. Что это? Это твоя жизнь. Это не моя жизнь. Здесь все другое. Ну, конечно, другое. Ты ж когда-то сам это выбрал. Не понимаю. Когда-то ты принял решение, сделал выбор, и твоя жизнь сложилась, как сложилась.
потом ты пожалел о своем выборе. У тебя появился шанс все изменить, а я тебе чуть-чуть помогу. Теперь ты живешь в роскошном доме, у тебя прибыльный, престижный бизнес, очаровательная жена. Теперь ты ни в чем не нуждаешься. Я что, теперь богат? В какой-то степени да. И что, это все навсегда? Не исчезнет, когда я проснусь? Это не сон. Это твоя новая жизнь. Но если ты скажешь, что она тебе не нравится... Нет. Нет, меня обратно не заманишь. Но если ты передумаешь... Нет, не передумаю. Прощай. Спасибо. Спасибо тебе за все. Не судьба выбирает человека. Человек судьбу. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Борис, я ваш личный ассистент. Работаю с вами уже 4 года. От всей души поздравляю вас с днем рождения. Все уже собрались в конференц-зале. Хорошо. Угу. Спасибо. Пальто. Кирилл Михайлович, пожалуйста. Все ждут вас. Здравствуйте. Дорогой Кирилл Михайлович, мы хотели бы поздравить вас с юбилеем и от всего нашего коллектива вручить вам этот подарок. Примите. Большое спасибо. Ну? Ух ты. Обратите внимание на гравировку. На стволе. Судьба в твоих руках. Это точно. Да. Что? Стреляет? Естественно. Очень раритетная вещь. Вы, наверное, уже слышали, что я сегодня... утром неудачно упал. Да. Я благодарю всех за подарок и за внимание ко мне. Все. Борис. Да. А вы не знаете, работает ли у нас Олег Сорокин? Он по образованию архитектор, мы с ним учились вместе. Я не мог не устроить его к нам на работу. Ну, честно говоря, я не владею такой информацией. Но если вам необходимо, я могу узнать. Будьте добры, побыстрее. Сорокин Олег Николаевич. Хорошо. Странно. Очень странно. А, Боря, а вы не могли бы выяснить для меня его координаты? Одну секунду. Thank you.
Кирилл Михайлович, я нашел адрес и телефон Сорокина. Если хотите, я могу соединить сейчас. Соединяем. Да. Алло. Олежка, привет. Кто это? Кто-кто? Кирка! Какой Кирка? Ха-ха, какой? Макаров, ты что, лучшего друга не узнаешь? Боль, простите, а что-то разъединилось? Да, прервалось. Если хотите, я могу еще раз попробовать. Ну, нет, не надо, не надо. А скажите, пожалуйста, а какой у него адрес? Одну секундочку. Нахимовская, 27, квартира 14. Да, кстати, еще звонила Виктория Викторовна, она спрашивает, вы приедете обедать? Приеду. Обязательно приеду. Боря, дай рубль. А ты не Боря. Здравствуйте. А мне Сорокин нужен. Спасибо. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а где Олег Сорокин живет? Ха! Сейчас! Импотент, к тебе пришли такой же недомерок, как и ты! Дура! Что? Ты знаешь, что у меня баб было? У явнуха тоже баб! Я художник! Да на тебе! Олег, привет! Привет, 100 лет! Это я! Головка! Это буя! Что надо? Сорокин, ты что, с похмелья? Я Кирилл, ты не узнал? Почему не узнал? Узнал. Еще по телефону. А что трубку бросил? Потому что узнал. Проходи давай. Если заявился. Старичок, ты что, пьешь? Ты что, не пьешь, что ли? Я не помню. Значит, пьешь. Да нет. Ты понимаешь, я с лестницы упал. Я ничего не помню. Помню только то, что было в институте, ну, до окончания. И сразу после падения. А что 10 лет было между этим, вообще не помню. Повезло тебе. А я, знаешь, пью-пью, падаю-падаю, и все равно все помню. А все помнить, старик, это очень тяжело. Олежка, ты чего? Ты же всегда был полон гениальных идей. Я до сих пор помню твой плавающий дом. Если у тебя проблемы начались, почему ты ко мне не пришел? Откуда я знаю? Сорокина спроси. Чего ты орешь? Я что, брал твой пульт от телевизора, что ли? Как не пришел? Пришел. Только мои гениальные идеи тебе до лампочки были. Прибыль у тебя и так хорошая. Зачем тебе что-то менять? Я не понял. Я тебе что, отказал?
Знаешь, мне бы так нажраться и все забыть. Ты меня выставил за шеи. Вместе с моим домом плавающим. А потом вот это. Понимаешь, старик, новые идеи – это не только возможные прибыли, это еще определенный риск. А риск может себе позволить только человек, у которого ничего нет. Потому что в этом случае, если мы выигрываем, мы выигрываем. А если нет, то ничего не теряем. Что? Это я так сказал? Ты что, мне тут нарочно дурочку включаешь, да? Я ж тебе говорю, у меня амнезия, я не помню ничего, понимаешь? Алканат уже пирует! Че у тебя там? Слышь, ты, как тебя там, Макаронов? Давай иди отсюда. Ну что, не видишь, меня баба ждет. А ты что, деловой занятой, у тебя контракт физический. Давай иди отсюда. Слышь, Алкан, а на тебя картошку жарит? Давай, Валюк, жарь! Слушай, я теперь сам президент своей компании. Ты мне позвони, я тебя на работу возьму. Будешь нормальную зарплату получать. У меня все хорошо получают. Лер! Иди отсюда! Коммерсант! Слушай, подожди. А где Лара? Руку убрал. Валя! Тут Лара на пятнище! Сумасшедший! Кирилл Михайлович, вам помочь? Спасибо, Эмиль, все в порядке. Как съездили, Кирилл Михайлович? Нормально, я бы съел бы что-нибудь. Обед готов. Виктория Викторовна тоже уже вернулась, она отъезжала по поводу сегодняшнего банкета. А, ну да. У меня же день рождения сегодня, в конце концов. Поздравляю. Спасибо. Аркадий. Аркадий, у меня правда сегодня с головой что-то не в порядке. Ты уж подсказывай мне, куда здесь идти, что делать? Конечно, конечно. Прошу, Кирилл Михайлович. Очень рады поздравить вас с днем рождения. Мы всегда счастливы работать под вашим началом. Позвольте пожелать вам счастья и процветания. Благодарю. Банкир из Лондона, своей новой любовницей. Чарльз. Добрый вечер. Добрый вечер. Hello. Hello. Уважаемый Кирилл Михайлович, я очень счастливый
поздравить вас с вашим днем рождения и пожелать вам всего самого наилучшего. Ведь за время нашей совместной деятельности вы проявили себя как очень надежный партнер. Секундочку. И я надеюсь, что впредь мы будем оставаться друзьями. Чин-чини. На здоровье. На здоровье. Чарльз очень любит выпить, ну и ты понял. Наши поставщики. Спасибо. Добрый вечер, очень рада вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, благодарю. Благодарю. Спасибо. Ну, ты позволишь я тебе оставлю на минуту? Ну, да. Кирилл. Да ну их. Подождут. Индюки набитые. Все время боюсь, что Илюха войдет. Кто? Кто? Сын наш. Он где? А, уехал? Бабушка, дедушка отдыхать? Что? Или у нас дочка? Ты чего? Вик, я только спросить хотел. У нас нет. Никогда не было детей. Почему? Ты издеваешься? Я действительно не знаю, но я не помню же. Ты действительно сильно бахнулся головой. Сначала ты сказал, что нам нужно пожить для себя. Ну, быть путешествовать. Потом я когда совершенно случайно забеременела, ты сказал, что они будут мешать тебе, твоей карьере, твоей жизни. А потом ты заставил меня сделать аборт. И я его сделала, потому что любила тебя. Этого не может быть. Я люблю детей. Это теоретически. На практике этого не удастся проверить. Я бесплодна, Кирюш. И отец, кстати, не знает. Поэтому и спрашивает. Вот только жалеть мне не нужно. Себя пожалей. Ты всю жизнь прожил с бабой, которую никогда не любил. Фигуль, подожди. Ну подожди ты, ну неужели у нас все так плохо? У нас? У нас все очень хорошо. Мы живем с тобой в большом красивом доме. У тебя успешная процветающая фирма. Ты миллионер. Добился всего, чего хотел. Нет. Я хотел семью, детей. Да пошел ты к чертовой матери со своими желаниями! Вон!
Аркадий, мне нужна твоя помощь. Нужно найти одну женщину. Лену? Откуда ты знаешь? Вы повторяли ее имя после того, как упали с лестницы. Да, нужно найти Лену. Девичья фамилия Кузнецова. Теперь не знаю. Что еще? Подруга у нее есть. Лариса Сорокина. До замужества Бельц. Лара Бельц? Ты знаешь Лару? Да кто же ее не знает? Известная писательница. Лара стала писательницей. Ну да. Она пишет женские романы. Но очень хорошие. По ее романам даже фильмы снимают. Аркадий, необходимо найти ее адрес. Простите, а как вас зовут? Таисия Сергеевна. Таисия Сергеевна, вы извините, ради бога, что я так поздно. Ничего страшного. Лариса Николаевна почти не спит по ночам, и она была рада вашему звонку. Прошу вас, проходите. Ларка. Мы знакомы? Да. Мы встречались на одной студенческой вечеринке. О, это было в другой жизни. Ты знаешь про другую жизнь? Возможно, лучше других. А мы разве были на «ты»? Ну, в общем, да. Ну, конечно. Мы были молоды. Но я тебя не помню. Проходи, садись. Никогда бы не подумала, что кто-то из моих знакомых станет президентом компании. А ты же все время сочиняла. Ты хотела стать писательницей. Я очень рад, что твои мечты сбылись. Ну да. Мне ведь ничего не оставалось, как стать писательницей. Спасибо. Ну, давай о деле. Не скрою, меня удивил звонок твоего секретаря. Ты хочешь профинансировать съемки фильма по моему роману? Да. А о каком именно романе идет речь? На твое усмотрение. А. Это что, все твои? Да, это мои. Мои дети. Ух ты. Может, хочешь чаю? Да, спасибо. Я думала, все знают, что я инвалид. А как это случилось? Я попала в аварию. Многочисленные операции не дали никаких результатов. Когда ты целыми днями сидишь в этом кресле, руки-то двигаются, голова работает. Вот я и стала писать. Что мне еще оставалось? Я иногда думаю, вот если бы я была здорова, у меня были бы муж, дети, я, наверное, не нашла бы времени на свое писательство. Мне очень жаль, что так случилось. Ну что ты. Мне очень повезло. Я осталась жива. А вот моя подруга, она погибла в этой аварии. Разбилась насмерть. Какая подруга?
Институтская моя подруга. Это было 10 лет назад. Мы тогда подрабатывали официантками в ресторане. Был банкет какой-то. А после мы такси поймали. Мы заснули на заднем сиденье. Водитель на переднем. Почему я вас везде ищу? Где Кирилл? Виктория Викторовна, не имею чести знать. Как это вы не имеете чести знать? Это ваша работа. Кирилл Михайлович мне не доложил. Ах, не доложил он вам! Кирилл? Кирилл, что происходит? Где ты был? Почему ты заставил меня отдуваться перед своими гостями? Это я Летку убил. Что ты несешь? Ты пьян? Я всех сделал несчастными. Тебя, себя, Олега, Лару. Я убил Лену. Эмиль, в конце концов, что происходит? Кирилл Михайлович не здоровится. Это я уже поняла! Кирилл, послушай меня, пожалуйста. Ты сейчас должен прийти в себя и пойти со мной в наш дом. Где тебя ждут твои друзья. Кирилл! 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 Не подходи! Это не мои друзья. Стоять! Это не мои гости. Это не мой дом. Вик, прости меня, пожалуйста. Я очень виноват перед тобой. Нет! Не смей! Я прошу тебя. Если у нас нет детей, это еще ничего не значит. Мы вполне счастливы. Многие люди так живут. Я не хочу так жить. Я хочу как раньше. Ты просто очень устал. Очень-очень. Эта чертова работа, она тебя довела. А хочешь, мы с тобой сбежим? Нет, я не хочу сбежать. Давай сейчас от всех убежим. Поехали танцевать. Я не хочу танцевать. Кирилл, хорошо, поехали на этот дурацкий вечер встречи выпускников. Ты так туда рвался. Вечер выпускников? 10 лет спустя. Тебя очень рады будут видеть. В вашем любимом ресторане. Ресторан. Такси. Своей судьбы. Господи, Господи, Господи. Спасибо, Вик. Руках, значит, да? Сейчас посмотрим. Сейчас, Ленка, успеем. Сейчас.
Ну вот. Так гораздо лучше. Правда ведь? Если дальше так пойдет, скоро будем выписывать. Поздравляйте мужа с новым рождением. Лена. Господи. Кирочка. Лена. Как же ты нас напугал. Этой аварии как... Слава Богу, что ты живой. Лена, я не могу без тебя, слышишь? Я тоже. Господи, слава Богу, ты живой. Прости. Слышишь, прости меня, пожалуйста. Нет, это ты меня прости, хорошо? Я люблю тебя, Лен. Я тоже тебя очень сильно люблю. Прости меня, пожалуйста. Папа, папа! Очень сильно люблю. Илюха. Пап! Илюха! Мой! Я знаешь, чего очень хочу? Чего? Дочку. Правда? Ну что, мужик, здорово. Алло. Да, Кирюша пришел. Матери помогал? Да. Молодчина. Да, поднимайтесь на третий этаж. Ты мужчина. Отвечаешь за нее. Понял? Лара и Олег. А Ксюня? И Ксюня тоже. Ура! Илюш! Я сейчас. Я быстро. Да, алло. Это кто? Привет, это Кирилл. Кто? Кирилл Макаров. Кирилл Макаров? Что ты хочешь, Кирилл Макаров? Вик, ты уже была в больнице? Ты что, за мной следишь? Или опять да. влюбился? Ты сама говорила на вечере. Неважно. Вик, я тебя прошу, не делай этого. Пусть он будет. Кто будет? Ребенок. Неважно, кто отец. Главное, ты станешь матерью, понимаешь? Пошел вон! Я не тебе. Ты откуда знаешь? Просто оставь его, и ты будешь счастлива. Пообещай мне. Я подумаю. Здорово. Смотри, кого я тебе привела. Здравствуйте.
А вы кто? Кир, да ладно. Кирилл ждет. Что вам надо? Кирочка. Чего ты такой, а? Здорово, господи, как же я по вам соскучился, а? Как пол жизни не видел, а? Купил меня, купил ты меня! Как хрипелся вообще, а? Я купился. Так, Ленка, ну-ка, давай, самая детская полусладкая. Открывай. Кира. Держи. Вот мандарины, витамины. Спасибо. Значит, я очень хочу выпить за твое скорейшее выздоровление. Опа! Нет, я предлагаю выпить за нашу писательницу. Да ладно там писательница. Нет, настоящая писательница. Послушайте меня. Лара, я считаю, ты должна набраться смелости, выслать все свои рукописи во все эти издательства, и у тебя обязательно все получится. Ну, обязательно же должны напечатать, ну. О, спасибо тебе, Кирка. Может, правда? Да которые зашлю. А чего? Он о чем нет? Это правильно, понимаешь? Кстати, Олежек, ты что-то говорил там по поводу нового конкурса. Я так подумал, а не дать ли нам с тобой бой Кузьминским, а? Кира, вот ты поправишься. И сразу дадим им бой. Миллионерами станем. Я уже миллионер. Ура! И, соответственно, вот эта вот ось, которая так у нас здесь, да, и будет поддерживаться башня. Ага. И, соответственно, здесь, другой башня. Я хочу, чтобы она оттуда была соосна прям вот сюда. На эту башню, понимаешь? Я понял. Чтобы туда она шла. Я понял. Время превращается в ветер, солнце правильно светит. На любые вопросы так легко и просто ты находишь ответ. И по-прежнему где-то возникают звезды, и на краю света рассыпается камень, расцветает гербарий, меняются основы всех знаний, и начинается основа, и достаточно слова, чтобы все изменить, нужен только повод. Останется завтра, что из этого правда? И когда ты устанешь, кем тогда ты станешь? И сколько длится мгновение, и насколько терпения у тебя хватит, не потеряй время. Рассыпается камень, расцветает гербарий, меняется основы всех знаний, и начинается основа.